Очень сочно. Изумительно. Говорить совсем не хочется, а пробовать необычные яства и получать гастрономическое удовольствие очень даже. В Мурманске стартовал фестиваль «Вкус Арктики». Андрей Чернышов – предприниматель из Заполярного. Его черный фудтрак уже успел накормить северян на 4 таких мероприятиях. Это огромный опыт, прям огромный опыт, да, можно. То есть он мобилизует очень сильно, да, то есть драйв какой-то всегда, ну, это прям здорово. Сегодня мы готовим бульон крепкий из оленины, пряный. Классный прям. Вот. Делаем бургеры семги, которые мы возили уже в Териберке, мы его обкатали. Пита с рваной олениной, уха по-кольски, горячий хлеб с ягелем. Помимо уже полюбившихся блюд арктической кухни, северяне могут попробовать и новые вкусовые сочетания. Предприниматели специально их разработали для гостей фестиваля. Прийти на арктический фестиваль и не попробовать хотя бы одно блюдо, мне кажется, это кощунство. Поэтому я взяла себе треску в кляре. Попробуем. Говорят, она просто великолепна. Горячо. Изумительно. Впрочем, ограничиться одним блюдом не получилось. Глаза разбегаются, а ароматы манят от одного кафе к другому, и не только меня. Уникальные штуки, как беляш, наш мурманский беляш. Думаете, знаете, с чем? С чем? Как беляш, с чем? Обычно по-мурмански. С рыбой, я предполагаю, может быть. Не, по-мурмански с крабом. С крабом. Да, действительно, такая вот классная вещь, как шикарный Обалдеть. Краб. Очень сочно, горячий, вкусный краб. «Вкус Арктики» – это фестиваль путешествия. Он курсирует из города в город. Впервые накормили северян в 2018 году в Кировске. Затем в полярных зорях очередь дошла и до областной столицы. С каждым годом увеличивается не только количество участников, сегодня их 15, но и новых блюд. Сегодня мы опять делаем праздник для тех, кто хочет познакомиться с арктической кухней в доступном формате, умещающейся в одной руке, по доступной цене. И нам очень радостно, то, что несмотря на рабочий день, очень много именно местных жителей, которые уже знают, что обязательно нужно попробовать треску, оленину, морожку. Идея хорошая, конечно. В принципе, я думаю, очень интересно, особенно для туристов, да и для местных жителей. Не все, тем более сейчас в наших условиях, мы не так часто ходим в рестораны. Попробовать на вкус Арктику можно до 16 января включительно. Посетителей ждет развлекательная программа с живой музыкой, дегустацией и розыгрышем гастрономических и туристических подарков. Элина Шигенова, Татьяна Лежняк, ТВ 21+.